Итак, какие причины возникновения конфликтов? Есть только одна причина возникновения, вернее, две причины возникновения конфликтов. Главная причина – я хочу счастья. От кого? От близкого человека. Почему? А от кого мне еще хотеть? Я вот с ним живу, и счастье он мне должен давать, потому что я с ним живу. То есть я хочу счастья, значит, будет конфликт. Почему? Ну, потому что, когда я хочу счастья от него, и он теряет силы, я вытаскиваю из него то, чего у него так мало. Вот у него нет сил, а я еще вытаскиваю у него эти силы. Я, когда хочу счастья от близкого человека, я его истощаю. Это касается всех и всегда. Когда мама говорит: сынок, как у тебя дела? Он говорит: мама, у меня все хорошо. И что он говорит на самом деле? Говорит: мама, я уже устаю от нашего разговора. Почему устаю? Потому что мама хочет от него счастья. И вытягивает из самого сердца то, чего ему и так не хватает. Поэтому некоторые мамы говорят: а у меня вообще ребенок со мной общаться не хочет. Это значит, ты вообще очень сильно хочешь наслаждаться своим ребенком, так что он не выдерживает. Вот и все. Итак, откуда возникают конфликты? От того, что я хочу счастья. Вот если бы я сейчас хотел, чтобы вы слушали мою лекцию внимательно, вы бы все убежали из зала. Итак, можем мы избежать конфликтов? Нет, потому что мы не святые. Это святой человек постоянно хочет служить. Почему он постоянно хочет послужить? Потому что он не идет на поводу судьбы. Судьба говорит ему: желай счастья здесь, от этих людей. И человек идет путем судьбы, он хочет, девушка хочет замуж. Она, что значит хочет замуж? Она хочет счастья от мужчин. Мужчина, когда смотрит на девушку, когда она одна, ему кажется, что она хочет подарить ему счастье. Сильнее иллюзий в жизни я не видал. Она хочет счастье от него получать. Поэтому облом наступает уже при первом свидании. Они вроде бы идет такой кайф, да? Но она ждет от него серьезности. А он ждет от нее секса. Ожидания, чувствуете, отличаются. Серьезность означает, что такое? Квартира, роспись, нормальная жизнь, нежность там и так далее. А секс — это совсем другое. Это вообще не подразумевает даже знакомство. Сейчас говорят, секс — это еще не повод для знакомства. Говорят. Понятно, мои хорошие, ожидания разные. Что делать? Сейчас скажу, что делать. Сейчас узнаем, что делать. Так что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Thank you.
как научиться. Понятно, что делать, да?